прогуляться пешком. Городок небольшой. Вот стоят две очереди, одна на такси, вторая на шаттл. Сначала мы встали на такси, но потом сообразили, что на шаттл-то очередь движется быстрее, и перешли туда. Видно, что жители городка не избалованы туристами и искренне радовались нашему появлению. Они как следует подготовились. Кругом сувениры, бесплатная раздача холодной воды, что было очень кстати. Стоять в очереди на таком солнцепёке – занятие не из приятных. И вся дальнейшая прогулка по городу сопровождалась искренней симпатией горожан. Они очень старались нам понравиться. Саката – очень красивый и романтичный портовый город, который хранит в себе историю немного другой Японии. Еще 4 века назад он был важнейшим звеном в торговле с Киото. Здесь производился высококачественный рис. Одной из достопримечательностей города – это рисовые склады, переделанные в музей, и резиденция семьи Хонма. К сожалению, большинство исторических зданий было уничтожено в 1976 году. Сертификат дали. То есть если денежку кинешь, то сертификат. Он тяжелый, кстати. Я не ожидал. Я думал, там пластмасс. Тяжелый, настоящий. Да, вот так вот. Можно еще одеть вот эту штуку сверху. Ну, если больше, да, еще больше денежку дать. Это из вас кого делают? Самурая? Не буду делать. А, ну да, штаны, в общем, не оденутся. Так? Кого я похож? А вот если с этой стороны, то будет как будто бы в штанах. ありがとうございました。
почтальон. Амазон, кстати, видишь, Коджапан. Амазон Коджапан. Потом ну, зайти да, в храм. Ну, просто, так надо воду так же. Рассказывал, он был в 90-х годах в Японии. Говорит, идешь, стоит автомат прозрачный стеклянный, там деньги для размены. Если у тебя нет купюр, ты кладешь свою, берешь оттуда, размениваешь. И говорит, никто не ворует ничего. Ну, здесь. Никто на доверие, да. Как это сказала в первом году. Здравствуйте, с вами вновь Вояж Дилетантов, и сейчас мы ведем свой репортаж из города Саката, Япония, и мы находимся в Хонма Мюзеум Арт. Это музей современного искусства Японии, но самая большая изюминка – это вот этот вот шикарный парк вокруг. Если вы небольшой любитель живописи, то можете, в принципе, сэкономить на билетах и просто погулять вокруг. Внутри небольшое помещение, там висят очень красивые акварельки. Но если хотите сэкономить 1000 юаней, то приходите в парк. Ну, его надо посетить обязательно. Ух ты, какая красота там, смотри. Вау. Что-то в этом есть. Вот видишь, как же хорошо, что посылаем. Да. Расскажи что-нибудь. Итак, оставайтесь с нами. Вояж дилетантов путешествует по Японии. Это очень интересно. Японцы очень доброжелательные. Мы когда сошли с корабля, все машут, все улыбаются. Просто на улице идешь, приветствуют тебя японцы. Это так здорово. Очень красиво, уютно, свободно. Нет такой шумихи, как в Шанхае. В общем, здорово. Всем рекомендую.
Кипель, кипель, yeah. кипель. Холосос, то не кипель. Russian language? Russian? Russian, no? Russian. 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 Это точно японский. Russian, окей. Это непонятно. Пожалуйста. А, пожалуйста, да. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Да. Окей. Смотрите, это вот саката. Маяк, вот маяк с тем садом, который, помнишь, мы видели на видеоролике, маяк явно. Да, вот куда вот мы это, прибыли на пароходе? Вот это рисовые склады. Пароходе мы прибыли, хрен знает куда. Вот. А, вот, вот, наверное, где мы сейчас. Значит, вот саката, и вот тут свастикой обозначены, значит, основные достопримечательности. Пару скажи пару слов про... Пару слов скажу. Красота в деталях. Ну, вообще садик обалденный, да? Просто. Это, собственно, все, что можно сказать об этом садике. Красота в деталях. И мы залипли здесь часа на полтора, по-моему. Да. Очень хорошо. Здесь не задавят. Так, ну теперь стой. Вот розочки какие на улице растут, прелесть. Пошли. Мы увидели большое здание и множество припаркованных автомобилей. Наконец-то торговый центр, подумали мы и прибавили шагу. Но каково же было разочарование, когда мы вошли внутрь. Время всего 12 часов. А здесь уже полно народу. Даже в казино Макао не было такого количества автоматов. Да и народ-то самый разновозрастной. Такую картину я наблюдала только в России лет этак 15 назад. Вот уж никогда бы не подумала. А поможете ей снять? Нет, нет, все. Ах, наконец-таки. Вот. Нет, ну, сними. Нет, я не хочу. Но потом это еще... В магазине это маленький такой супермаркет, в принципе, где есть всякие снеки. Вот, посмотрите, сколько здесь всяких снеков, чипсов. Рыбка сушеная, вот это все, пиво, идут орешки. И самое дорогое пиво. Да, и мороженое, японское мороженое тоже взяли на пробу. Вот столько у них здесь пива японского, вот, пожалуйста. Ну, вот, пожалуйста, одна баночка, где-то 200. Агербиш 200 йен. И есть... 141. Делите на 2, получается рыбки. Вот обратите внимание, как у них продается здесь лед. Стаканчиков маленьких. Уже, пожалуйста. Или в больших пакетах. Какие интересные подсолнухи у них. Маленькие декоративные подсолнухи. В всех маленьких японских городах нам бросалось обилие кей-каров. Проще минивены или малолитражки. Это типичные японские машины для внутреннего рынка, сделанные, как правило, в виде фургона или даже грузовичка.
и от обычных машин они отличаются малой мощностью и большой экономичностью. Эти машины обычно с желтыми номерами, и на них значительно снижены налоги. А главное, для покупки такой машины не требуется удостоверение о наличии у вас парковочного места. Вот как просто можно пересадить людей на отечественные автомобили. Очень удивило предложение возле магазина «Кимоно». Примерить кимоно бесплатно. Ну какая же женщина устоит от такого соблазна? И вот я вновь облачилась в кимоно. В этот раз выбрала себе самое яркое. Купить не решилась, конечно, но где я в Индии буду ходить в этом кимоно? Но вот наши друзья соблазнились. Здравствуйте, с вами Вояж Дилетантов, и мы сейчас в Сакате, такой приморский город в Японии. И проходили по улице и совершенно случайно увидели, что можно бесплатно померить сари. Это магазин, где очень много шикарных сари, но дают померить бесплатно, сфотографироваться. Вот посмотрите, какая красота. Правда, в этот раз меня одевали очень быстро, просто поверх платья одели его. Но красота неописуемая, конечно, никуда так не пойдешь. Так, оставайтесь с вами, Вояж Дилетантов, не переключайтесь. После парка мы отправились в старинный чайный домик, чтобы посмотреть представление с гейшами. Если у кого-то слово «гейша» вызывает противоречивые ассоциации, то спешу вас разочаровать. В Японии гейша – это вполне себе приличная профессия. Гейша переводится как «человек искусства». Настоящая гейко – это уникальная традиция Японии. Это женщина для души, для интеллектуального общения. Она умна, остроумна, с безупречным вкусом и с чувством собственного достоинства. Главная обязанность гейши – это проведение чайной церемонии. Кроме этого, их учат еще философскому отношению к жизни – стойко переносить невзгоды, а также покорности и терпению. И еще они учатся радоваться жизни, наслаждаться каждой приятной мелочью и из всего этого извлекать удовольствие. За 5 лет обучения простые движения тела и жесты приобретают необыкновенное изящество и грацию. Вы можете заказать ужин с гейшей. Стоит это недешево. От $600 на одного человека или $850 для группы из 3 человек. Обязательный дресс-код. Мужчины должны быть в костюмах и галстуках, а женщины не должны быть в короткой юбке, ведь сидеть придется на полу. Кстати, даже давать открыто чаевые гейши оскорбительно. Для этого вам дадут специальный конверт. Как нам рассказал гид, гейши – это вполне приличная профессия. Она может быть замужем и ходить ежедневно на работу. Вот представьте, что это просто актриса. Вот такая вот очередь стоит у нас на шаттл. А мы решили немножечко перекусить вот такой вот симпатичной рыбкой, которая здесь. Да. Вот такую вот рыбку нам дали, которую на гриле сделанная. Как ее есть? Она это сказала вкусно. Нет, я попробую, прямо на ноге. We'll be right back.
До свидания, уютная Саката. Ты подарила нам много приятных моментов. А мы двигаемся дальше по японским островам, и сейчас хочется немного рассказать вам о нашем корабле «Сплендида» и о круизном отдыхе. Надеемся, наши зарисовки будут вам полезны. Здравствуйте, с вами «Вояж дилетанта», я Елена, и сейчас мы ведем свой репортаж с круизного лайнера «Сплендида» компании MSC. Мы поехали в круиз из Шанхая, сели на корабль в Шанхае и плывем к островам Японии и Кореи. Отправляясь из Якогамы в Сакату, мы знали, что впереди нас ждет один полный день на корабле, и решили посвятить его подробному изучению всех достоинств этого лайнера и поделиться с вами нашими впечатлениями от MSC Сплендида. Если вы никогда не были в круизе, попробуем вас соблазнить собственным примером и покажем, как развлекаются на корабле. Начнем с того, что публика здесь самая разношерстная и по возрасту, и по национальности. Круиз из Шанхая поделился для нас на две части. Первую я бы назвала китайской, потому что подавляющим большинством на судне были именно китайцы. В Якогаме вся эта огромная группа сошла на берег, и на их место пришли японцы. И началась японская часть марлезонского балета. Представьте, что вы поселились в пятизвездочном отеле, и вот этот отель плывет по морю и везет вас к новым странам, к новым городам. Это здорово, это замечательно. Итак, обо всем по порядку. Сначала перечислю все activities. Я уже говорила, что круизный лайнер – это как большой пятизвездочный отель, который везет вас по морям и океанам, не давая скучать. Конечно же, все питаются здесь по системе all-inclusive. Есть отдельные рестораны, где вас обслужат официанты, и есть ресторан со шведским столом на 11-й палубе. Там вы можете есть с утра до вечера в любое время. Кроме того, на лайнере ежедневно по 2-3 раза в день проводятся шикарные шоу. Все артисты проходят тщательный отбор, и поверьте, заурядных артистов я здесь не встречала. Тренажерный зал, спа-салоны, кинотеатр, караоке, боулинг, спортбар для любителей, а также много баров с живой музыкой и площадками для танцев. Нас очень порадовала пара музыкантов из Баку, в репертуаре которых было много русских песен. И наши друзья каждый вечер собирались в этом баре послушать музыку и поностальгировать. А специально для нас они исполнили танго, за что отдельное им спасибо. Сплендида.
Завтра будем в Японии. По утрам вы можете пойти в тренажерный зал, а можете заняться гимнастикой, цигун, ушу, йогой. Здесь есть хорошая возможность с пользой провести свободное время. Круиз – это просто рай для тех, кто хочет попробовать в жизни что-то новенькое. Например, изучить латинские танцы, танго или попробовать новые виды спорта. И, наконец, найти новых друзей, что я считаю самым важным. Например, мы познакомились в круизе с одним очень приятным японцем, которому исполнилось 86 лет. И он был вполне себе бодрячком, не отказывая себе ни в пиве, ни в шампанском, ни даже в саке. А если лень, то просто валяйтесь в джакузи после бассейна с морской водой. Ну и, конечно, казино – главный источник дохода всех круизов. Причем, если на корабле нигде не принимают наличные, то казино – исключение из правил. Сделано все для того, чтобы вы не испытывали проблем потратить свои деньги. Круиз – это еще рай для шопоголиков. Магазины на круизном лайнере пестрят распродажами и скидками. Прекрасные магазины парфюмерные, и вы можете купить, вот посмотрите, здесь вся продукция с красными, зелеными, золотыми, оранжевыми ценниками. И можно, в принципе, купить два по цене одной. Вот, пожалуйста, если вы выберете. Можно очень удачно приобрести два флакона французских духов для себя и для него. И многочисленная команда делает все, чтобы вы не скучали. Когда лайнер заходит в порт, вы можете отправиться на экскурсию, заказав ее прямо на корабле, или отправиться в одиночку исследовать город. А многие даже остаются на судне и просто лежат себе у бассейна, наслаждаясь полупустым лайнером. Если у вас есть маленькие детки, то обязательно поезжайте в круиз, и вы сможете отдохнуть здесь. Вашими детьми займутся профессиональные бибиситеры или нянечки. Для детей здесь выделены особые детские зоны, и ребенка можно даже оставить под присмотром бибиситера, не беспокоясь, что ему не понравится. Я заметила, что многие родители забирают своих детей только вечером за ужином. Представьте, что вы можете в этот момент посидеть у бассейна или вообще пойти на экскурсию, куда-то вы приехали в город, оставляете детей, я вас уверяю, что с ними ничего не случится, их и накормят, и спать уложат, если надо. Днем здесь проводятся шикарные детские шоу, на которых ребятишки сидят разинув рты от восторга и удивления. Я специально посетила одно такое шоу и просто прослезилась. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Ну почему в моем детстве такого не было? Это наш третий круиз, и трижды мы путешествовали разными компаниями. Они немного, но отличаются между собой – сервисом, условиями и анимацией. Круизные программы очень отличаются. Иногда бывает так, что вы пару дней можете провести в море или один день, насладиться всеми прелестями корабля. А может случиться так, как вот с нами в прошлом году, когда каждый день новый город и даже новая страна. Это немножко утомляет. Когда вы выбираете круиз, то читайте отзывы бывалых круизеров. Мы с большим удовольствием рекомендуем сайт navimba.com. Ссылку найдете под видео. Если вы надумаете в круиз, то вам туда непременно надо заглянуть. Во-первых, вы можете узнать обо всех предстоящих круизах и обо всех прошедших круизах тоже. Здесь же можно найти людей, которые собираются на тот же круиз, заранее с ними познакомиться и договориться об экскурсиях. Мы, кстати, так и поступили. В Шанхае уже набралась группа, мы все перезнакомились, и это было хорошим началом нашего круиза. Если вы человек общительный, то вам сюда.
Много интересных знакомств, я вам гарантирую. А если вы чувствуете недостаток общения, то вам снова сюда. Представьте себе 5000 человек под одной крышей и все в хорошем настроении, потому что здесь очень трудно этого избежать. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Мы постараемся на все ответить. Володя, ты как уезжаешь из Шанхая, с сожалением? Тебе нравится? С ожиданием нового интересного, да? С сожалением. Но все-таки скажи, что в Шанхае было классно. 3 дня не хватило, но... Ну, красивый город, хороший, красивый город. Советуешь поехать в Шанхай? Да, конечно. В любом случае это интересно. И самое интересное, у нас почему-то не проверили багаж. Как обычно служили. Как не проверили? Я имею в виду при загрузке на корабль. Как-то так. Итак, вот мы заселились в свою каюту. Посмотрите, достаточно широкая и просторная каюта. В прошлый раз у нас была меньше. И даже очень такой приятный диванчик. Собираясь в круиз, мы слышали, что на Японию надвигается тайфун, и я очень надеялась, что стихия обойдет нас стороной. Тем не менее, пару дней штормило. Вот такие вот волны сейчас. Ну, это уже прошло. Ничего себе прошло. Да там 5-метровые волны, похоже. Где же оно прошло? Может быть, дождик прекратился? Хотя не уверена, потому что окно мокрое. А чем ниже, тем больше волны. Ага. Ой. Итак, 3-й день нашего круиза, и сейчас такой небольшой шторм с ливнем. Посмотрите, что творится в бассейне. Это не специальная волна, это вот так вот нас сейчас шатает и вот так вот штормит. Поэтому купаться в бассейне как бы тяжеловато. Но будем надеяться, что все-таки мы придем достаточно. Вечером проходят постоянно какие-то шоу. Каждый день в 6 и 8 часов, в зависимости от того, какая у вас смена на ужин. То есть вот мы, например, берем вторую смену, потому что очень удобно, если ты целый день находишься в городе и потом приезжаешь вечером, то нам удобнее ужинать в 7:30. И в 6 часов есть представление. Но если ты пропустишь представление, это, наверное, не так страшно. Для тех, кто ужинает раньше, для них представление позже. То есть дважды в день. Первый раз в
круизе. Вот да. Как вам показалось, как вам вообще атмосфера и как вообще понравилось, нет? Атмосфера, конечно, да, интересно. Разные люди, разные эти самые национальности, языки такие, мы не понимаем, поэтому тут, конечно, как эти, неудобно. Надо изучать язык, конечно. В следующий раз, если буду ехать, куплю вот этот диктофон, как он называется. А, транслейт. И возьму с собой субтитры. Ой, вот обязательно. Вы знаете, вот я считаю, что вот мы почему вдвоем едем, да? Вот если бы я была одна, мне было... Я вижу что-то интересное, мне надо поделиться. Он видит что-то, ему тоже неинтересно без меня, поэтому и это так приятно. Как бы время, там уже другое будет, другое сиденье. Да. Да. Я считаю, что минимальный набор слов надо все равно учить. Вот. Самые необходимые такие, да, для общения чисто. Вот мне вот Ирина сегодня научила несколько. Я сам. Ариготов? Нет. Я сходил, рассчитался сам. Да, но я вас не спрашиваю, потому что вы уже дальше в круиз едете, вы там в Австралии. То есть вы уже бывалый круиз. Россия поднимает, что делать? Четвертый. Ну, раз вы едете и опять поедете, значит, все-таки нравится. Вон лед. Супер. И, Ирина, а вы уже какой раз в круизе считали? Ой, то ли восьмой, то ли седьмой. А вот не самый запоминающийся, этот самый запоминающийся или были вот супер-супер я раньше? Я сегодня размышляла на эту тему и поняла, что идеальных круизов не бывает. Да? Да, что в каждом круизе есть какая-то фишка. Вот, и все за... Нет, нет компании. И все зависит от ваших ожиданий, что вы ожидаете. Вот, в этом круизе я ожидала получить удивительные впечатления от региона, который мне не знаком. То есть в Юго-Восточной Азии я бывала, а именно вот Китай, Япония, Корея были не охвачены мною до этого. Поэтому мне было все очень удивительно, любопытно и понравилось. Да? Ну, то есть этот круиз... А все, что не понравилось, мы это опускаем. Надежда, а вы в какой раз в круизе? Второй? Но этот круиз лучше, чем предыдущий или тот был? Ну, я не буду сравнивать, не каждый будет... по-своему прекрасен. Да? Все-таки? А вас? Ну, я новичок. Я первый раз. Вы первый раз? Да. Ну вот, тем более, если первый раз, как вам? Тоже поедете, не поедете еще раз? Ну, посмотрим, как сложится обстоятельства, но в принципе я не жала, то еще здесь. Я, например, скажу от себя, я поеду еще. Я надеюсь, что я поеду еще, да? Я супругу войду, покажу ей все-таки. Но я скажу, что для меня, например, самое большое открытие в этом круизе, мы столько не общались, и все-таки вот сейчас век вот этих соцсетей и интернета, я очень рада, что здесь интернет дорогой, и мы настолько в него не засели, и есть время вживую общаться, ну, потому что это такой дефицит сейчас, вот серьезно, поэтому... А пока мы рассказывали вам о корабле, прибываем к следующему порту нашего большого путешествия, городу Канадзава, где нас ждет старинная крепость и замок Сёгуна, интереснейший парк, квартал самураев и район гейш. Это все вы увидите в нашем следующем ролике. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием ответим на них. И если вы заметили в этом видео некоторые неточности или ляпы, сообщите нам в комментариях, самые наблюдательные получат призы. За последний месяц у нас значительно прибавилось число подписчиков, и мы хотим отдельно поблагодарить вас, друзья, за ваши искренние комментарии и за отдельные советы. Мы всегда читаем их с большим удовольствием и на критику тоже реагируем адекватно. Ваши отзывы вдохновляют нас, и мы стараемся совершенствоваться. Оставайтесь с нами и путешествуйте по японским островам. А с вами был Вояж дилетантов. Там-пам-пам-пам-парам.